В эти дни вся страна следит за ситуацией, которая складывается в Иркутской области, где местные жители пострадали от сильнейшего наводнения. Оно привело к затоплению 5 районов, более 3500 домов оказались разрушены. Неравнодушные граждане по всей стране в силу своих возможностей пытаются оказать помощь тем, кто остался без крыши над головой. Жители Ленинского района также начали сбор вещей для пострадавших. Региональная общественная палата вышла с инициативой по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Одними из первых эту акцию поддержали общественники Ленинского района. Мы сделали рабочую группу, у нас прям непосредственно в нашем помещении общественной палаты мы производим сбор гуманитарной помощи по Ленинскому району. Вся информация есть в средствах массовой информации, в соцсетях. Уже в первые часы работы сборочного пункта сюда доставили вещи и игрушки из Всероссийского общества инвалидов. Эти люди, как никто другой, знают, как это важно – помощь тем, кто в ней нуждается. Наша организация первая откликнулась на этот призыв о помощи. И та помощь, которую нам, инвалидам, оказывают наши друзья-спонсоры – детская одежда, подушки, игрушки – мы все это сразу решили дать тем людям, которые сейчас в этом очень нуждаются, больше всех нуждаются в этой помощи. Напомним, что в настоящий момент в Иркутской области продолжаются поисково-спасательные работы, а людям, оставшимся без крова, жизненно необходима любая помощь. Теплые вещи обязательно, а также одеяло, подушки, спортивные какие-то коврики, туристические палатки, обогревательные приборы. В этом очень нуждаются люди. Продукты питания, естественно, длительного хранения, это консервы. Сотрудники общественной палаты отмечают, что вещи, которые будут отправляться в места бедствия, обязательно должны быть новыми. Принести их можно по адресу, который вы видите на экране. Сбор гуманитарной помощи будет осуществляться по адресу ПЛК 23/3, кабинет 128, это приемная общественной палаты. И действительно можно помочь двумя способами. Либо принести вот по данному адресу, либо сделать перевод благотворительный. С 8 июля по 13 июля с 15.00 до 20.00, вот каждый день с 8 по 13 мы осуществляем сбор гуманитарной помощи. Если вы хотите оказать финансовую поддержку жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, реквизиты счета без труда можно найти в интернете. Все собранные вещи и продукты будут отправлены в зону бедствия 14 июля.